Что ж, давайте пойдем дальше и перейдем к изучению другой доктрины, доктрины Богодухновенности. И вначале мы рассмотрим с вами определение. Во-первых, термин «вдохновлять» или «вдохновение». И как вы здесь видите в подпункте «А», это слово происходит от латинского слова, которое означает «вдыхать». И как я здесь написал, к сожалению, это слово ведет к неверному пониманию процесса вдохновения. А сейчас я хотел бы перейти к рассмотрению основных библейских учений на доктрину Богодухновенности. И я разделил основные библейские учения на несколько сегментов. Первый и основной сегмент рассматривает группу текстов, а именно четыре текста, которые являются наиболее фундаментальными, основными текстами, записанными в Писании, раскрывающие нам суть доктрины Богодухновенности. И я бы очень хотел, чтобы мы смогли разобрать достаточно подробно хотя бы три из этих четырех текстов. И после того, как мы разберем основные библейские утверждения, мы перейдем к свидетельству Иисуса Христа, как Он понимал Писание. И после того, как мы разберем то, чему учил Иисус, мы рассмотрим, как же понимали сами авторы Священного Писания, что же заявляли авторы Ветхого Завета о своих трудах или авторы Нового Завета. Вот примерно по такому пути мы с вами пойдем, чтобы раскрыть для себя суть доктрины Богодухновенности. Что ж, я хотел бы обратиться вместе с вами к обсуждению первого из этих основных текстов Писания, 2 Тимофею 3, 16, а точнее 16 и 17, и мы даже разберем несколько больше. И как я уже поделился с вами вчера, в прошлом году, на прошлом семестре, я начал работать над новой книгой. Это книга о доктрине Писания, одна из серий, над которой я работаю. И я начал с доктрины Богодухновенности. И тот материал, которым я буду с вами делиться, он в большей степени отражен в этом исследовании и в этой книге, которая была написана в прошлом году. Есть некая преемственность с тем, как я толковал эти тексты в прошлом, но я думаю, сегодня мы найдем для себя нечто новое. Что ж, я думаю, важно рассматривать все эти тексты не как отдельные независимые фрагменты, содержащие некие доктрины, сошедшие чудесным образом с неба от Бога и попавшие в какие-то библейские книги. Вместо этого для нас очень важно рассматривать все эти тексты, все эти утверждения, особенно эти главные, основные, в непосредственном контексте тех книг, в которых они записаны, и на то есть причина. И вы поймете, почему именно так следует подходить, когда мы рассмотрим контекст всех этих текстов. Поэтому вначале давайте с вами вспомним, о чем же записано во втором послании к Тимофею. Второе послание к Тимофею написано апостолом Павлом, и написал он его совсем незадолго до своей кончины. Когда он писал это послание, он был в тюрьме в Риме, и его ждала смертная казнь во время правления римского императора Нерона. И так как считается, что император Нерон покончил жизнь самоубийством примерно в 69 году
нашей эры, а так как Первая Церковь полагала, что Павел умер до самоубийства Нерона, то на основании этого можно сказать, что, скорее всего, апостол Павел был казнен в 67 году, самое позднее. А если все было именно так, то богословы сходятся во мнении, что, скорее всего, второе послание к Тимофею было написано в 66 или 67 году. Апостол Павел пишет своему истинному сыну вере, как он его называет, Тимофею. Он оставляет ему слова мудрости. Тимофей, в то время, когда он должен был получить это послание, нес служение в Эфесе. И, по сути, апостол Павел оставляет свои последние слова наставления Тимофею, в то время, как он, можно так сказать, передает эстафетную палочку служения Тимофею. Итак, Павел начинает свое послание в первой главе, стихах с 1 по 5, с благодарением Богу за Тимофея и его жизнь, за веру Тимофея и за его благочестивую семью. И затем, в 1 главе с 6 по 8 стих, он напоминает Тимофею о его особом даре, который он получил в тот момент, когда Павел его рукоположил. И Павел призывает Тимофея использовать этот дар в служении Господу. И затем далее, в первой главе, в стихах с 8 по 12, Павел призывает Тимофея не стыдиться свидетельства Господа и не стыдиться того, что он связан с Павлом, потому что Павел находился в тюрьме, и он призывал Тимофея не стыдиться узника Павла. Павел пишет, что другие оставили его после того, как он попал в тюрьму, и он призывает Тимофея не следовать их примеру, но твердо держаться за ту истину, которую он научился от него. Об этом мы читаем в первой главе, в стихах с 13 по 18. Далее, во второй главе, Павел вновь призывает Тимофея быть верным служителем Господа, а также передать другим верным людям все то, чему он научился от Павла. И далее Павел использует несколько метафор. Он призывает Тимофея быть настолько же верным и преданным, как, скажем, воин на службе, и таким же прилежным, как земледелец. И к концу второй главы становится понятно, почему Тимофей должен быть таким прилежным служителем. Это необходимо, пишет Павел, потому что неминуемо придут лжеучителя и появится лжеучение. Они придут, и эти лжеучителя попытаются увести людей в сторону. Противоположность этому, Тимофей должен научать людей истине. Но и он также должен жить по истине, должен избегать юношеских похотей. И вот, написав об этом, апостол Павел пишет третью главу и начинает Павел с отрезвляющих слов. Он говорит о том, что не только лжеучителя придут в будущем, но Павел начинает описывать, какие это будут последние дни. И картина, которую рисует нам Павел, совсем не радужная. И достаточно ясно, что сам Павел не ожидал, что он будет жить в то время, которое он описывает, в эти последние дни. Однако он считал, что Тимофей доживет до этого времени. И в стихах с 1 по 5, 3 главы, Павел перечисляет негативные качества, которые будут характеризовать людей в последние дни. И затем с 6 по 9 стихи он описывает те дела, которые эти люди будут предпринимать в попытке увести людей в сторону и склонить их ко греху.
И затем в 10 стихе 3 главы Павел ободряет Тимофея, говоря ему об истине, которая устоит, несмотря на все нападки нечестивых людей и лжеучителей. Но это не означает, что не нужно быть начеку и думать, что все наладится само по себе, и можно расслабиться. Нет, надо быть прилежным служителем. И Павел напоминает Тимофею о всех трудностях, которые ему пришлось пережить в служении Господу. И далее Павел с 11 по 13 стих пишет, что всякий, кто служит Господу, должен ожидать такие же трудности. Что ж, затем Павел возвращается в стихах с 14 и далее к теме об опасности нечестивых людей, которые будут пытаться склонить верующих в лжеучение и нечестивой жизни. И он призывает Тимофея не переставать противостоять таким людям. Но Павел не просто призывает Тимофея оставаться твердым и непреклонным в истинной вере. Он заверяет Тимофея, если можно так сказать, что у Тимофея есть все необходимое обмундирование для того, чтобы выстоять и одержать в итоге успех. У него есть все необходимое для того, чтобы выстоять в нечестии последних дней. Что ж, давайте посмотрим, что это за амуниция. Что ж, во-первых, у Тимофея есть истинное учение и пример апостола Павла, а также учение благочестивой семьи Тимофея, о которой говорится в 1 главе, в 5 стихе. Мама его была благочестивой женщиной, которую звали Евника. Его бабушка также была благочестивой женщиной, которую звали Лаида. Позвольте мне уточнить, правильно ли я все сказал. Да, мама Евника, бабушка Лаида. Перед ним есть благочестивый пример его родителей, а также пример апостола Павла. Но затем в 14 стихе апостол Павел говорит еще об одном, и это не что иное, как Писание. Павел напоминает ему, что он с детства был научен и знает Писание. Что ж, вы можете сказать, все это очень здорово. Но задумайтесь об этом на некоторое мгновение. Почему знание Писания должно помочь Тимофею выстоять в последние дни в противостоянии со лжеучителями и с нечестивыми людьми в последние дни? И вот именно здесь, в этом контексте, апостол Павел пишет 16 и 17 стихи и говорит о природе Писания и о предназначении Писания. Это как если бы Павел говорил: «Тимофей, у тебя есть Писание, которое может обезопасить тебя, но ты, скорее всего, задаешься вопросом, а почему Писание может обезопасить тебя? Позволь мне рассказать. Природа, характер Писания. И кроме всего этого, если ты будешь знать Писание, вот на что ты будешь способен. Вот что ты сможешь сделать». Если ты будешь следовать благочестивому примеру своих родственников и Павла, и будешь следовать тому, чему учит Писание, то тогда ты сможешь противостоять нечестию последних дней. Ну что ж, написав все это, совсем неудивительно, что в начале 4 главы, в стихах с 1 по 4 и далее, апостол Павел пишет о том, что Тимофей должен проповедовать Слово. Если это Слово оберегает от лжеучений,
то, Тимофей, позаботься о том, что в своем служении ты уделяешь время проповеди Слова. Делай это во время и не во время. Проповедуй, хотят ли люди это слышать или не хотят это слышать. Это то, что людям нужно. И что ж, далее апостол Павел продолжает в 4 главе говорить о своем скором уходе. Апостол Павел ожидает, что его ждет казнь, и затем он оставляет слова предупреждения относительно некоторых людей, а также слова приветствия. Итак, вот это тот контекст, в котором мы читаем стихи 16 и 17. Я надеюсь, что то, что вы только что услышали, убеждает вас в том, что текст 3 глава, стихи 16 и 17, не просто сошел с неба и оказался записан в этом послании вне зависимо от остальных стихов. Этот текст очень связан со всем написанным в этом послании. Это очень важный текст в аргументации Павла. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, если таков контекст 3 главы Тимофею стихов 16-17, что же говорит сам текст? И здесь мы с вами обратим внимание на ключевые слова, которые мы встречаем в этом тексте. В 16 стихе мы читаем: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И здесь мы видим яркий контраст с тем поведением, которое описано в начале 3 главы, со 2 стиха. Со 2 стиха мы читаем, со 2 по 6, 7 и даже 8, о том, что в корне отличается от поведения тех людей, которые ко всякому доброму делу приготовлены. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.